Далее Геннадий Семигин провел в Черкесске встречу с представителями республиканских средств массовой информации. Депутат Госдумы ответил на ряд вопросов, связанных с приоритетными направлениями национальной политики, социально-экономическим положением России в целом и Карачаево-Черкесии в частности. Особое внимание Геннадий Семигин уделил развитию межэтнических отношений, отметив, что в Карачаево-Черкесии этому вопросу уделяется большое внимание. Наша цель очень простая – помочь вместе с руководством субъекта федерации. Почти со всеми у нас такие хорошие, рабочие, добрые отношения. В чем помочь мы можем? Мы можем не только в законопроектах помочь, мы можем помочь с точки зрения, в хорошем смысле слова, решения целого ряда социально-экономических вопросов. Понимаете, мы немножко как бы все-таки влияем на правительство Российской Федерации. Мы стараемся сказать, что давайте вот в этом субъекте посмотрите вот это. Целый ряд других моментов. Мы помогаем, мы влияем на правительство, на министров, мы к нам регионы, субъекты обращаются, и мы, конечно, занимаемся. И с премьер-министром обращаем внимание, помогаем. Что касается республики, у вас есть целая программа, целый план развития. И, конечно, как всегда, нужны ресурсы. Нужны ресурсы финансовые, нужны ресурсы. Насчет кадров, я не знаю, тут надо смотреть, как у вас в этом плане. Нужны определенные льготные спецпрограммы. То есть, конечно, вот этот момент с федералки, понятно, что нужно сделать, да? Что нужно в республике сделать, знает руководство. И мы здесь тоже готовы.